Республиканскому центру управления регионом год. С каждым месяцем количество обращений от граждан растет. Так, в ноябре зафиксировано 4000 обращений. Основные жалобы людей касаются вопросов ЖКХ, строительства и реконструкции дорог, соцобслуживания, благоустройства, а также мусорных свалок. Задача центра – выстроить диалог между органами власти Дагестана и его жителями, говорят работники ЦУРа. Накануне депутат Госдумы России Сагит Паша Умаханов посетил центр. Ему продемонстрировали работу системы мониторинга инцидент-менеджмент и сервиса госуслуги «Решаем вместе». Всю информацию мониторят, показывают там, в каком положении находится республика. Все то, что поступает вот, с муниципалитетов, с министерства, вот это все письма регистрируются, контролируют, проверяют, как она исполняется, та работа, та или иная работа, которая вот поступает по письмам. В принципе, все здесь. И для наших дагестанцев, для жителей, это очень даже нужный центр. Потому что отсюда они имеют всю информацию.